Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Мы на автостанции Джумапазар. Автобусы Тюркляров, Салар, Инжикума, Куджалар, Конаклы. Все здесь. Показываем маленький фонтанчик. Сейчас выйдем к Фуламода, к Вайкики и к Де-факто. Скидки — большое слово. Вот Фуламода. Сейчас покажу, опять же, кто-то может первый раз смотрит, как выйти от этого магазина к Вайкики. Вайкики второй, не первый, второй, который напротив Де-факто. Первый напротив монумента Ататюрк. Вот уже его видно впереди. То есть Вайкики у нас рядом. Фуламода мне нравится больше, хоть размеров моих нету ни там, ни там, но Фуламода я люблю больше магазин, чем Вайкики. Работают парикмахерские. Посмотрел на парикмахерскую и в голове рестораны и кафе, и чуть не сказал, работают парикмахерские на вынос. Работают парикмахерские на вынос. Вот Вайкики. Вот проспект Ататюрка. И вот поворачиваемся, и вот Фуламода перед вами. Большой магазин, 4- или 5-этажный. Смотрим сейчас, что в Вайкики. Что происходит. Есть ли тут груза туристу? Есть люди. Есть люди в Вайкики. И домой я тоже пойду пешком. Кто смотрел прошлое видео, то вы знаете, что я пешком пришел сюда и пешком иду назад до White Gold. Не каждый так сможет, конечно. Часто вы просите побродить, особенно вечером, по центральным улицам. И смотрите, магазинчики без покупателей. Все светится, все красиво, ЛТБ. Ох, почта, то, что надо, ящик почтовый мне нужен. Красивые люстры какие. US Polo не успел я перейти, блин. Так, 18:41 время. Замечательно, такая апельсинка, ЛТБ, Вайкики. И выхожу в сторону White Gold. Идти примерно час, может быть чуть больше. Если соблазнюсь, может даже на центре сверну на фонтанчик, на пару минуток пройдусь. Ну, в общем, снимаем вечернюю Аланию, центр. И, не знаю, даже увидите вы это, может быть, субботу-воскресенье, когда комендантский час был. Видите, магазинов много, магазины работают. Клиентов йог, покупатели йог. Йог — это нет по-турецки. Амбар. Даром за амбаром. Пословица украинская. А может, не только украинская. Даром за амбаром. Там у нас Джумапазары, там мы уже были, оттуда я пришел, собственно. Магазины все работают до 8 часов, и продуктовые, и вещевые. А с 9, напоминаю, ежедневно комендантский час. До утра, до 5 утра каждый день. И Де-факто вот впереди. По 50 лир от платья, все 500 рублей платья, юбки, брюки, все вот по 500 рублей, даже в этих магазинах здесь вот все по 500 рублей тоже. Так,
какие сейчас цены распродажи. Футболки по 20 лир, 200 рублей. Вот эти майки 15 лир. Решил выйти к фонтанчику, ну, лишние 5-10 минут. Смотрите, как красиво. Смотрите, над освещенной крепостью луна, надеюсь, вам видно. Тоненькая луна такая, так красиво. Здесь большой кошачий домик, и мы выйдем к фонтанчику. Ну, дальше потом пойду. В сторону своего дома. Встретил Анастасию, кто не видел, может быть, это в прошлой части. Анастасию встретил, не видел ее с февраля или с марта. Анастасия шоу. Здесь есть черепашки, но они не освещаются, к сожалению, только этот фонтанчик освещается. Черепашки вот здесь где-то. Черепашки, прием. Тут ничего не увидишь, конечно. Выйти, что ли, на набережную пройтись, там, где первый пляж муниципальный, там потом аж выйти за шейк с пиром. Тут уже поменьше людей и машин, чем было пару часов назад. Захватим даже кусочек набережной. По набережной не так часто хожу. Пройдемся немножко. Всем привет. Кто узнает эти места, конечно же. Бухательная улица вот здесь начинается, как я ее называю. Там Шален, замечательный ресторанчик. Всем рекомендую. Один из немногих моих любимых, хотя я не люблю рестораны. Вот Дягоньки, вот там впереди. Нас напротив Зиратбанка. Шален, очень классные виды, там очень вкусно готовят они. И очень демократичный ценник по сравнению со всеми кафешками, которые здесь находятся по первой линии. Людей не вижу я вообще, что-то на набережной. Не знаю, где все люди. Почему никто не гуляет? Набережная пустая. Сразу видно, что набережная пустая. И мы в начале набережной. Давайте тут на воду посмотрим немножко. Уже и кафешки все позакрыты. Тоже же давненько я здесь не был. Как бы не с месяц, наверное. По набережной очень мало в сторону Красной башни, туда очень мало людей там ходит сейчас по набережной.
Потому что через полтора часа комендантский час уже. Нет, через два часа или сколько. Вот так вот все выглядит здесь. И пройдемся по набережной туда, там уже выйдем. Пляж муниципальный. Самый, который первый здесь. Маячок. Маячок вам не видно, он не подсвечивается. Ну, есть люди на лавочках, так по чуть-чуть, мало людей здесь сейчас. Темновастенько. Пляж зато хорошо освещается. Почему-то никто не купается, вода 20 градусов. Сейчас штиль. Ну, сейчас на улице, конечно, не 21, сейчас где-то 19, я думаю. Но штиль, ветра нет. То есть в воде будет теплее, чем на улице сейчас, конечно же. Елки здесь нет, елку мы потом найдем. Елка там где-то стоит дальше. В том году она здесь стояла. Здесь, вы видите, в этом году пусто. Самый-самый трешовый, блин, Новый год. С этой ебучей пандемией, блин. Котейку кормить сейчас будут. Мне не забыть, я еду так и несу той собаки, которую я не нашел, когда сюда шел, кто смотрел в прошлой части. Сегодня у нас, друзья, четверг, и много видео я сегодня сделал, в принципе. Айла Фалания светится, не знаю, как вам видно. После Нового года займусь ремонтом фотика, чтобы иметь возможность приближать. Привет тем, кто узнает эти места. Кто не знает, люди, я хожу со сломанной ногой. Инвалид я, у меня нога. Перекрученный, неправильно сросшийся сложный перелом. Нужно было болтами скручивать. 19.02 время. Тем не менее, вот по 15 километров. По 10-15 километров каждый день я передвигаюсь. Кто-то в ужасе. Кто-то скажет, да это все фигня. Мы ходили в Конаклыле, в Махмутлар пешком. А кто-то скажет, что мы... С White Gold до Валаниум на такси ездим. Каждый сам творит свою биографию, как Цой говорил когда-то. Отель Маркус или Маркиз, я так и не знаю, как он называется. Здесь вот этот бассейн, Кокос Пол Бичи. Мы выходим снова на Ататюрка проспект. Людей же здесь как-то поменьше. Да, нет, есть люди гуляющие. Мигрос. Я бы сейчас с удовольствием пошел бы погулял по этой моей любимой улице прогулочной. Но просто уже тяжело мне будет там назад идти. Давай долго. Здесь и панорама отель, да? Так светятся балконы. Такое впечатление, что он работает. Смотрите, они все с подсветкой. Молодцы. Держат марку, не выключают свет. Отель стоит подсвеченный. Вот она, моя любимая прогулочная улица. И по ней что-то никого там особо не видно, но люди на лавочках есть кое-где. Вот она, эта улица. И там вы выйдете на вторую линию. Там памятник, фонтан. Там очень красиво тоже. Обязательно, кто не был, пойдите погуляйте. У меня много видео с этим замечательным местом. Одним из самых любимых моих. А, это не панорама была, это Sun Hotel. Sun Hotel, он, наверное, работает, что ли, раз реально светится. Панорама-то тоже светится, но она вот она сейчас будет дальше. Панорама вроде не работает, это сезонный отель. Yeah.
замечательная кафешка с автомобилями, с жирафами. Я думаю, что работает на вынос. Вижу там что-то в витрине, то ли сладости там стоят уже. Думаю, что на вынос она работает. Поют. Как бы было классно, если бы эта улица была чисто прогулочная. Это планируется, но с каждым годом все откладывается. Видишь, он поет. Это здесь вот сейчас центр прям был звука. Ой, немножко я уже ногами устала, мне еще идти долго. Еще мы не дошли даже половину, не дошли даже до Арсика, еще не дошли. Красиво, как все подсвечено. Фонарики эти оригинальные. Там мы идем вдоль моря. Все пляжи. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Все пляжи Центральной Алании. Справа от меня. Ну, море вы не видите. Вот первый пляж. Тут Эйн Бич отдельно он называется. По-немецки Эйн. А это вот первая именно по нумерации. А до этого не считается все, что вот было. Панорама, там отели. Они отдельно не считаются номерами пляжа. Вот первый. И дальше погнали. Розовый фламинго в лучах заката. Розовый фламинго в Алане был когда-то. Вот я маленький минранцы. Он улыбается, вы видели? И наш любимый Арсик, Арс энд Фисити Бич, хото, хеллоу всем, кто его знает и любит, третий пляж. И наш любимый Арсик перед вами. Ну, в принципе, полпути почти я прошел. Время. Пятнадцать минут восьмого. Через два часа комендантский час. Пешком еще можно успеть дойти. Чуть ли не до Махмутлара. Не, до Махмутлара вряд ли, до Кистеля запросто. Арсик. Поменьше уже людей на улице. Ну, есть тоже тут и бегуны, и просто ходят люди. Поменьше, чем днем было, конечно. Но опять пришел в это место, где собака была, та старенькая. Два дня ходила, она такими глазками смотрела. Блин, ну как назло ее. Когда я принес еды, ее нету сейчас здесь. Вот, блин. Возле теннисных столов. Тут кто-то днем разулся, короче. И вот сейчас, походу, тут никого уже нет. С детьми никого нет. И вот эти ролики, вот я шел туда, они лежали. И назад. Были бы они где-то там в России, в Украине, они бы уже давно не лежали бы, конечно, здесь. Ну, короче, кто-то забыл, видимо. Люди приедут домой, увидят, что ролики забыли. Потому что тут уже нет никого, чьи они могут быть. Хотя, в принципе, нет, ну, хотел сказать, может, они еще на набережной сидят, но вряд ли. Время тоже. И никто не возьмет людей. Они будут и завтра лежать. Либо возьмут работники муниципалитета, сдадут в бюро находок. 19:32 время, мы подходим к цветному фонтану. Вроде он не работает. Точно не работает. Немножко Рома уже устал, нога устала моя больная. Но двигаемся дальше. Завтра, возможно, пойдем гулять с семьей вашей любимой, нашей любимой, вашей любимой из Казахстана. Турсуна сейчас звонила, уже давно с ними. Собственно, один раз мы виделись, когда они приехали, и все, в этом году. Месяц уже почти прошел. Завтра, может, пойдем куда-то с ними походим. На качельках люди есть, я хотел посидеть минутку. Что-то на всех качелях люди есть. Фонтанчик не работает. Фонтанчик подготовился к комендантскому часу. Фух, друзья, 19:50. Я уже почти дома, уже родная апельсинка.
19:50, честно, немножко устал. Не, ну если бы надо было, дошел бы сейчас и до Кистеля. Но повторить маршрут туда и назад сейчас, до Джума Базара и назад, нет, я бы уже не смог бы. Вот такая прогулка сегодня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Я не знаю, сколько частей. Наверняка несколько видео много отснял сегодня. Всем большой привет из Алании. Сейчас градусов где-то 18,5, так примерно. В принципе, ну, в кофте вполне комфортно. Шапку надеть не хочется. Ветра нету, классно, нормально. Сейчас посмотрим на автобусе, сколько людей на центр автобуса. Человек 10 буквально. Человек 10. Есть отель Хризантем. Все, на этом прощаюсь с вами. Это четверг у нас был. Что у нас там? 17 декабря. Привет всем из Алании. Лайк за мои старания, за мои гуляния. Спасибо большое. Господа, кто хочет рюкзак, как у меня? Я сейчас их тут накупил сразу несколько, потому что я просто привык к красным и... А, тебя не запускают назад, да? Смотрите, какая прелесть. Она живет при семерочке. Все знают этот магазин в районе Убай, думаю, три семерочки, где есть вот и скумбрия, и рыба, и вареники, и раки, и все что угодно. Но главное, что здесь есть рюкзаки вот такие вот. Как я люблю красненького цвета, и цена у них... Цена у них, вы видите сами, что, в принципе, она смешная такая, хорошая. Ну, год назад были такие цены, сейчас же по такой цене вы почти его нигде не найдете. Так что приходите в три семерочки, покупайте рюкзаки.